впервые специалисты ОКБ проводят операцию по трансплантации в этих стенах. Сейчас, прямо за моей спиной, самый ответственный момент для врачей и для пациента. Это высокие технологии в действии. Бригада хирургов совсем недавно вернулась из Московского центра трансплантологии. Рязанские врачи прошли там обучение и получили соответствующие сертификаты. Сегодня операция – это аутотрансплантация почки. Она забирается у одного человека, и ему же пересаживается уже в другое место. Там серьезная патология мочевыводящих путей, и чтобы сохранить эту почку и не удалять ее, она будет пересажена в то место, куда обычно и пересаживается почка. То есть технически, по сути, никакой разницы нет. Аутотрансплантация от одного человека к этому же человеку, либо уже от родственника к родственнику, либо уже от трупа к родственнику. Технически, хирургически это абсолютно одинаковая операция. В оперблоке за жизнь и здоровье пациента борются хирург, уролог, трансплантолог, сосудистый хирург, анестезиолог, анестезистка и операционная сестра. Более 6 часов на ногах. Все взгляды сейчас направлены на этих врачей. Они настоящие первопроходцы. Хотя справедливости ради стоит отметить, что подобная пересадка уже проходила в ОКБ. Была проведена только одна и приезжим специалистом, ведущим специалистом. Сейчас мы делаем сами, без привлечения посторонних специалистов. Операция прошла успешно. Сейчас пациент находится в отделении интенсивной терапии под пристальным вниманием врачей. Теперь с уверенностью можно сказать, первый шаг в области трансплантологии в регионе сделан. По словам главного врача УКБ Дмитрия Хубезова, к концу года планируется провести операцию по пересадке донорской почки, а потом займутся и трансплантацией печени. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город».